С 9 по 11 апреля в бассейне «Альбатрос» прошел третий зональный этап 6-й летней спартакиады учащихся России по плаванию. В турнире приняли участие более 170 школьников из 8 субъектов Сибирского федерального округа. Вольный стиль, на спине, баттерфляй, брас и комплексное плавание. Несколько дней юные спортсмены состязались в индивидуальных спортивных дисциплинах. По наибольшей сумме очков, набранных участниками, определялось командное первенство. По итогам соревнований на 4-й заключительный этап спартакиады учащихся отправится сборная команда Красноярского края, занявшая 1-е место. Спортсмены-победители во всех индивидуальных дисциплинах также примут участие в финале спартакиады. Среди амичей – Никита Люлючев, Константин Лазаренко, Рустам Гадиров, Александр Подбельский, Константин Боровских и Дарья Антипина.